раздел файлов. В нашем треке есть очень приятная функция, и раздел называется «Files». В этом разделе есть возможность редактировать, создавать папки и файлы либо на локальном сервере, где хранится, собственно, трекер, либо подключаться удаленно по FTP. То есть, например, создадим новый коннект, SFTP, новый профиль, имя сервера, хост, порт, логин, пароль, все стандартно. Можно задать дефолтный путь, например, чтобы сразу попадать к папке лендингов. И галочка «Скрытые файлы» показывать или нет. С локальным сервером все проще, не надо ничего настраивать, кроме скрытых файлов. Вот, коннектимся, и у нас здесь есть тестовые папочки, можно по ним пощелкать. И все достаточно быстро и стандартно. Можно создать файл, вводим имя, создаем, можно создать папку, можно редактировать имеющийся файл, очень удобно. Можно изменять имя, копировать, можно вырезать. Ну, все стандартные функции FTP-клиента и файл-менеджера. Внизу всегда написано путь к папке, где мы находимся. Бывают затруднения с правами, то есть можно посмотреть права, соответственно, можем ли мы редактировать и добавлять файлы в папку и так далее. И, соответственно, нельзя удалять файлы трекера, это запрещено.